Всем привет! Сегодня у нас на распаковке вот такая вот посылка с сайта AliExpress. Пришла она буквально за рекордные 2 недели. И здесь у нас 3D ручка. Я думаю, многие из вас знают, что такое 3D ручка. На YouTube миллионы видео с примерами работ, выполненных этой 3D ручкой, и с ее обзорами. По комплектации здесь идет инструкция на английском языке, 3 цвета ABS пластика для пробы. Также в отдельной коробочке идет блок питания. И, собственно, сама 3D ручка. Давайте подключим ее и проверим, работает она или нет. Вот мы подключили нашу 3D ручку, загорелся индикатор питания и горит красный светодиод, означает, что ручка пока не готова к работе. Так, вот загорелся зеленый светодиод, это означает, что ручка готова к использованию. Кнопка подачи пластика вперед, кнопка подачи пластика назад. И также переключатель скорости подачи пластика. Ручку заказали у меня друзья в подарок ребенку. По мне, так отличный подарок ребенку как на день рождения, так и на Новый год. Ручка фирмы Merriwell. Ручка является оригинальной, не подделка. В ближайшее время я сниму видео о том, как отличить оригинальную Merriwell-овскую ручку от подделки. Ссылку на данную ручку я оставлю в описании под видео. А на этом все. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. И до новых встреч!